Всем здравствуйте! Это прогноз погоды на понедельник, 31 января. На территории Кировской области обещают переменную облачность и небольшой снег. В Кирсе и Лузе днем ожидается минус 7 градусов, в Вятских Полянах минус 2, в Котельниче минус 5, в Нолинске минус 4, минус 6 градусов в Слободском, минус 3 в Уржуме и Яранске. В Кирове в понедельник обещают пасмурную погоду и небольшой снег. Днем минус 8, минус 7 градусов, ночью минус 6, минус 5. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 85%. Ветер юго-восточный до 2,5 метров в секунду. Световой день продлится 8 часов 8 минут. Луна убывающая. Это был прогноз погоды на понедельник, 31 января.